Здравствуйте, дорогие друзья, единомышленники, заканчиваем пока тему моделист конструктор 84 года. Вот у нас осталось номер 11 и номер 12. Можно их, кстати, соединить, чтобы не тратить ни ваше, ни мое время. Так, 84 год, номер 11. Чего тут у нас? КВ-2, самый мощный танк первых лет Великой Отечественной войны. Ну да, если учесть, что танкисты того времени были нормального роста, 3 роста, то и больше. Это они уже стали мелковаты после военной танки. Так. Транспорт здоровья, 5 веломобилей. Такие были. Даже спортивные веломобили были. Вот были времена. А? Пионерский мотоблок. Вот как оно выглядело. Че, все что ли? Как-то скудновато. Даже тут. Ну да ладно. Один из серий КВ. Вот они, танки из игры World of Tanks. 100 игры экспериментальные. И Су-14БР-2 тоже есть. Так, а это вот КВ-2. Так, высота 3 метра 290 сантиметров. Клея 2430 и ширина 3 метра 280. В общем, квадрат. А, обратите внимание, что у него ширина, может быть, и печатка 3280, что высота 3290, только на 10 сантиметров выше, это даже по приборам. Грубо крыша. В общем, квадрат. Хорошая, так сказать, мишень в прицеле немецком. Только это. Не пробивалось оно пока. И башня такая, задняя стенка, квадратная. Может быть, два варианта было. Так, вот и Су-152. Так, тактики, технические характеристики танка КВ-2. 52 тонны, экипаж 6 человек, гаубица МЛ-20С. Пулемет 7,62, 3 штуки. Бронирование, лоб-борт, башня 72 мм. Мощность двигателя 600 лошадиных сил. Скорость хода по шоссе 35. Паровозы серии С.
115 километров в час эта штука могла разгоняться. О. Вот они, родимые. Тут когда был юбилей Победы, с Нижнего Новгорода шел военный эшелон, ну вот, музей. Паровоз не своим ходом шел, а ну, топку не утопился для озвучивания его свистка. Прикольный звук. А так тягал его этот тепловоз. Так, это что такое? Маневровая сигнализация. Это железная дорога. Модель карликового светофора. Здесь у меня задумка переездный сделать. Двумя. Так, скандинавские броненосцы. 18-й год. Швеция. Так, мебель игра. Кровать на вырост. Кстати, интересная игрушка, мебель игра. Если так, это стол, это стул. Тут поехал паровозик. Так, кровать на вырост. Так, своя инструменталка. Разборный верстак. Как продлить жизнь лампочки? Ну, современные лампочки вообще там идут в цоколе. Ну да, обычно ставили диод, оно мерцало, но вечный было. Я эту штуку еще застал. Так, командую цифры. До 84 года, конечно, круть. Сейчас это все устарело. Так, расширители. Тут уже ничего неинтересного. Невидимый гонец. Это что? Радиосвязь. Тут детекторный приемник опять. Так. Два мотора из двух стихий. Вот такое чудо. Такое чудо. Верланд катамаран. Это вообще, наверное, тренажер. Вот. Если вот эта штука, это мототяпка. Две ручные тяпки. Как чего они делают и как ей работать, не очень понятно. Мотыга это. 5-7 миллиметров. 400 квадратов в час. В каменистых грунтах. А вот уже триммер в 84 году уже был электрический. А это вот электролебедка уже пахать. Так что вот, посмотрели.
Ну, давайте уж 12-й посмотрим. Уже время позднее, пора закругляться. Так, дельтапланы. Стартует небесный парус. Красивая местность. Так, это у нас где? Село Подскальное. Краснодарский край. Село Подскальное. Что за сани едут сами? Снегоход. Так, опять тут эросани. Это вот эти? Ну да. Двигатель К-750 от Урала. Даже бензонасос стоит, приют бензонасоса. Так, а как у него крепится винт? Уж не на кардан ли сразу? Вот, кстати, винт. Как делать? Так, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Сани весом 160 килограмм, скорость до 60 км в час. Да, ставить винт на хвостовой конец штурвала нежелательно, не рассчитан на нагрузку. Поэтому воздушный винт крепится через центральный штук на самостоятельном валу, установленном в подшипниковом узле. Так что вот, винт не так прост, как кажется. Одноколесный тягач. Ух ты! Интересное решение. Первый раз такой вижу, то есть уже второй, но там был только пахать, а тут тягач. Так все скомпоновано. Чуть ли не внутри колеса. Потому что ведь сверху ничего не уступает. Ну да. Опять люди в черном. Помните, они там гоняли на мотоциклах. Третья часть, так. Броненосцы. Да, ничего лишнего. Так. Опять вот эти юные техники что-то тут понастроили. Компрессор из холодильника. Так. Для покраски это у нас. Я все повыбрасывал.
Там он столько валялся на улице, что... Крышка не дефицит. Кошмар какой-то. Вот смотрите, как раньше люди жили. Крышки. А, это правка. Бывших употреблений консервных банок. Крышек стеклянных консервных банок. Это приспособление для восстановления металлических крышек. Ну, были времена. Ну, наши местности пользовались пластиком. Так. Свет включается автоматически. Она, думаю, нас не интересует. Тут набор переключателей. 5 минут на размагничивание. Так, для размагничивания с успехом возьми дроссель от лампы дневного освещения. Еще бы где их сейчас найти старого образца. В помойке, я так думаю. Так. Где-то валяется. Вот примерно такой. 1 УБ 40 220 ВП. Рассчитано напряжение 220 вольт и мощь 40 ватт. И посмотрим крышку, отрежь часть корпуса по пунктиру. Выводы высоковольтной обмотки удалите, подсоедините к сетевой. Выводы высоковольтной обмотки удлините и подсоедините к сетевой вилке. Теперь включитесь устройство сети, размагните нужные вам детали. Текс. Где у нас линия разреза? Номер 5. Вот, по этой штуке остается эта часть. Интересно. Как раз у меня кое-что намагнитилось. Так, интересная мысль. Так. Где-то они у меня эти херовины попадались в глаза. Так, ну тут уже опять команды цифры. Конечно, для того времени, если это все сделать, было очень круто. Индикатор звука мотора. Нас не заинтересует, ну и все. Ну вот и посмотрели. Пока тема для конструкции маленько попридержим. Там уже скоро, наверное, земля родная поспеет. Ну, еще у меня штук 20 осталось. Посмотрим. Еще в планах радиолюбитель. Кое-какие журналы радио. Ну, до новых встреч. Пока-пока.